Добрый день, дорогие друзья. У нас, между прочим, у Аркаши сегодня новоселье. У нее вот такая вот, сейчас я вам покажу, новая большая клетка. Она на колесиках, вот с такими вот бортиками, чтобы не мусорить. Но, если честно, мы и думали, что новоселье не случится никогда, потому что собрали мы клетку вчера. Она напрочь отказалась в нее переселяться. Ну, естественно, для птички это стресс своеобразный. Всю ночь она простояла в своей, ну, просидела в своей клетке с открытой дверкой вот на эту клетку. Все утро то же самое, категорически ни в какую. Мы уже туда и еду, и водичку, и веточку сорвали, такую свежую с почками, с дерева. Бесполезно. Я уже думала, вечером будем что-то решать, и захожу сейчас, а она уже сидит. А теперь вот Аркаша уже освоилась, купается, довольная. Кто у меня в поилке купается? Аркаша! Ну зачем ты в поилку залезла? Чуля моя, мочуля. Аркашики. Веточку ей сорвала. В общем, слава богу, ее отпустила. Она уже подружилась с этой клеткой. Везде лазит, везде все проверила. Да? Ой, эти пупочка сладкие. Ой, все, болтает, довольная. В общем, мы рады. Мы все рады, и Аркаш в том числе. Пики мои, попики мои, сладенькие.